Савецкі раён у Гомелі быў створаны ў 1973-м. Сёння яго называюць заходнімі варотамі горада. Менавіта па яго галоўнай вуліцы, Рыльскім праспекце, прыязджаюць госці з краіны Еўропы. На тэрыторыі савецкага раёна пражывае амаль 35% гарадскога насельніцтва. Але знакаміты ён не толькі гэтым. Зараз тут выдаецца адзіная ў Беларусі газета, якая заснавана адміністрацыяй гарадскога раёна. Першы нумар выйшаў напрыканцы 96-го, і з таго часу выданне стала сапраўды папулярным. Или пакупаем у ларькі эту газету, или вот на стенде здесь. Ну, потому что мы живем в этом районе, рядышком, и, конечно, все вот события интересно знать. Вот даже сейчас про расширение дороги, что нас всегда волнует к магазину, подход вот этот. Вот новость узнали, что будет благоустройство этой дороги. Так что газетой довольны. Сегодня газета «Советский район» позиционирует себя как выдание, готовое откликнуться на любые просьбы читачов. Причем журналисты не только выезжают на место подей, а и принимают гомельчан непосредственно у редакции. Только по телефоне, что год сюда поступая больше 500 зворотов, плюс взносины про социальные сетки, частка узнятых пытанняў друкуецца ў рубрыцы «Дапамажыце разабрацца». Пытанні, якія рэдакцыя не можа вырашыць самастойна, накіроўваюцца для прыняцця мер кіраўніку адміністрацыі раёна. З мінулага года газета перайшла на самаакупнасць. Асноўная крыніца фінансавых паступленняў – падпіска і рэклама. Праўда, колькасць апошняй абмежавана. Галоўнае ўсё ж такі інтарэсы чытачоў. Мы нашлі сваю нішу. Главнае на это обратная связь с читателями. То есть крупным изданиям нет дела до проблем, которые во дворе происходят, там, в отдельно взятом подъезде. Мы можем этой темой позаниматься и, в принципе, занимаемся. То есть пишем близкие людям новости и стараемся реагировать на их обращения, которые постоянно поступают в редакцию. У акционерном товариществе «Полездрук» апошний номер газеты «Советский район» отрымывают в электронном выгляде. Докладно о отповедности с графиком у 21 вечера. Для подрыхтовки обсталевания специалистам потребится еще около 15 хвилин. Для того, как читач отримал газету раніца, яе необходимо надруковать вечером. Обсталевание, якое установлено акционером товариства «Полездрук», дозволяет друковать за одну хвилину около 400 экземпляров. Таким чином, весь тираж Советского района убачить свет не про 20 хвилин. Сегодня на Гомельщине выходят 24 державные газеты, областная, городские и районные. Практично усеяны выдаются на «Полездруку» и уже отсюда доставляются у регионы. Кожную раницу частку новых газет отримывают подписчики, остальные поступают у свободный продаж. Для редакции это своеобразный барометр профессионализма. Выдание с интересными и актуальными темами разыходится больше худко. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».